В Слюдянском районе на автодороге Р-258 Байкал вблизи поселка Бабха произошла авария с участием трех большегрузов, сообщает региональная пресс-служба МВД. По предварительной информации, водитель автомобиля ГАЗ выехал на встречную полосу, где столкнулся с тягачом. После этого тягач столкнулся с большегрузом Скания. В результате случившегося 47-летний водитель Фредлайнера получил тяжелые травмы. Его госпитализировали.